сегодня расскажем, как выставить зажигание на двигатель ДСИ, дизель, 3 литра, 16-клапанная. Очень сложная система. Ну, в принципе, если вы не всю разобрали, а так я не смогу. Просто я снимал головку, сейчас собираю заново. Вот на двух распредвалах вот такие звездочки стоят. На этом звездочке стоит буква Б. Вот сейчас. Сейчас я вам покажу. Вот Б. Нижняя вот центральная звездочка, которая крутит два распредвала. Вот тут Б. А на следующем А. Это тоже надо выставить точно так. И на этом звездочке вот такие две точки. Вот. И вот эти два звена такие черные. Вот. Вы сразу поймете, короче. А эта звездочка ставится только на свое место. У него тут такой фиксатор есть. И так. А на шкиве вот. На шкиву я замазал ее вот тут. Тут есть две вот таких линии. Вот как вы видите, вот. Я вам показываю. Первая линия. Вот тут вторая линия. Это вторая линия. Вот тут метка есть. На эту метку. А на этом вот. На этом сейчас я вам покажу. Тоже есть своя метка. Вот, видите, вот она. Вот это место сюда ставится. Вот такая непростая ситуация тут. Короче, кто разбирается, в принципе, тот поймет, как выставить зажигание. Такая несложная система. Короче, одна, две, три точки я вам показал.